Продовжуємо нашу роботу. Далі будемо говорити про те, що мовлення російського опозиційного телеканалу «Дощ» припинено не лише в Латвії, а й в Литві, й в Естонії. Як повідомили в Литовській комісії з радіо та телебачення, ліцензія, видана в Латвії, дає право телеканалу поширювати створений контент в країнах Євросоюзу, в Росії, США та інших країнах. Але от з 8 грудня телеканал не зможе мовити в країнах Балтії. Власне, в самому телеканалі це назвали, що не згодні з цим, сказали, що будуть якось отримувати ліцензію в інших країнах і продовжувати роботу свою хоча б на Ютубі. З нами на зв'язку є Естонія, Євген Криштафович, керівник громадської організації «Відкрита Республіка». Вітаю вас в ефірі. Здравствуйте. Всім рад. Євгене, як ви думаєте, от що ви думаєте про цю ситуацію з дождем? Це такі загальні правила в країнах Балтії? Чи в Естонії теж не розуміють, хто такі опозиційні російські ЗМІ і до кого вони в опозиції? Ви знаєте, взагалі вся ця ситуація вокруг телеканалу «Дождь» для мене до кінця непонятна. Тобто вони як-то дуже... даже вычурно, я бы сказал, нарушали латвийское законодательство, законодательство стран Европейского Союза, потому что те претензии, которые предъявил им надзорный орган, который отозвал лицензию, они очень серьезные. Потому что показывать карту Украины, в которой Крым указан как российский, это очень серьезно сегодня, потому что это оправдание военной агрессии. И этому нет других объяснений. Можно сказать, ой, мы ошиблись, у нас тут случайно, мы еще из России эту карту как бы не выбросили, вот мы ее тут теперь демонстрируем. Но дело все в том, что они принижают свои ошибки, они говорят, что что вы к нам придираетесь, это же такие мелочи, и вообще все это ерунда. И они не участвовали фактически в административном процессе, где отзыв лицензии обсуждался в этой комиссии, они туда явились без переводчика, что вообще какая-то дичь. Простите, что я такими упрощенной лексикой это все поясняю, потому что, честно говоря, мне даже эмоции переполняют, я не понимаю, как можно так делать. То есть они просто пришли туда и сказали, вот мы сейчас будем говорить по-русски. Нет, вы не будете говорить по-русски, тут никто его не обязан понимать по-русски, и секретарь не может вести протокол, если вы говорите на иностранном языке, это совершенно невозможно. Более того, у них была возможность в течение нескольких дней у них по-прежнему есть возможность подать в административный суд, но если они хотели приостановить действие решения комиссии, то необходимо было подать заявление об обеспечительной мере, чтобы суд приостановил действие запрета на вещание, отзывы лицензий до принятия окончательного судебного решения. Ничего этого сделано не было. Честно говоря, у меня такое ощущение, что они специально это делают. Я не знаю, с какой целью. Очень может быть, там один из экспертов по стратегической коммуникации сказал, что там, по-моему, вообще какие-то агенты влияния пробрались на этот дождь и что-то там влияет. Я не знаю, я не смотрю, честно говоря, их. Я даже украинские сегодня телеканалы и другие средства массовой информации и радио слушаю и смотрю больше, чем вот эти дожди все. Я не так внимательно за ними слежу. Я не понимаю, что происходит. То есть я некоторых из этих людей просто знаю лично, и Дитко тоже, но, честно говоря, у меня просто нет слов, что они делают. Поэтому и комментарии мои, честно говоря, будут тоже хаотичными. А наскільки цей канал був популярний серед суспільства в Естонії? От ви кажете, ви не дивилися, інші люди дивилися, і як вони реагують на цей скандал? Можливо, цей шум, він тільки, знаєте, от в медіаколах, в політичній сфері більший? Скорее, да. Мне кажется, что, то есть, как тут говорят все, фейсбуки горят в последние дни, и я вижу, да, что высказались там все более или менее известные медийные российские медийные персоны, в том числе те, которые называют себя оппозицией режиму Путина, но, тем не менее, достаточно
скрупулезно выполняют требования российского законодательства, и там, если их признают этими иностранными агентами, лепят себе эти плашки в надежде, что они, может быть, вернутся при этом режиме еще в Россию, и ну уж не надо уж сжигать так все мосты и тому подобное. Ну, люди немножко не находящиеся, как мне кажется, не стоящие двумя ногами на земле и вообще не понимающие, что идет война. А для них эта война как бы она какая-то очень виртуальная. Я не знаю, ну, может быть, как-то по-человечески это все и можно понять, но, честно говоря, я все меньше и меньше нахожу этому всему объяснение. Вот они там, да, они там очень сильно переживают. Сказать, чтобы здесь смотрели, в том числе, кстати, местное русскоязычное меньшинство в Эстонии очень сильно смотрело «Дождь», ну, нет. У нас тут недавно тоже опубликовали статистические данные из нашего русскоязычного населения, коих 35% в Эстонии, 40% из них не владеют никаким языком, кроме русского. Это тоже очень большая проблема, поэтому мы здесь очень внимательно смотрим, какой информационный контент на русском языке до них доходит. И поэтому и в Латвии та же самая проблема, и поэтому все следят за тем, что там, особенно сейчас в условиях этих активных боевых действий, какой этот уровень пропаганды, да, то есть как бы направленный на них тоже идет. Но, честно говоря, мне кажется, что «Дождь» — это не основной источник информации, за которым они следят, потому что, ну, многие из них, в общем, пророссийски настроены, для них «Дождь», опять же, слишком антипутинский, они его просто не смотрят. И вот он отказался как-то, вот этот телеканал, по-моему, оказался между двух таких... противоборствующих групп, да, как бы антироссийским он кажется слишком пророссийским кажется слишком антироссийским, и вообще, в общем, его смотрят как бы только ближайшие друзья. Ну, вообще, это мое такое субъективное мнение, которое сложилось. Ви згадали пропаганду. От я бачила в ЗМІ, естонська поліція безпеки позбавила посвідки на проживання російського пропагандиста Олександра Корнілова. Він засновник прокремлівських порталів Balt News і Балтія. Якщо говорити про пропаганду, які меседжі російської пропаганди є зараз в онлайн-медіа в країнах Балтії? Все те же самые, которые и российская мейнстримная вот эта пропаганда там транслирует. То есть, что Украина сама виновата, что 8 лет бомбили Донбасс, и вот вся вот эта вот глупость, да, что Крым все там всеми руками за присоединение к России, и вообще все, что весь украинский народ исключительно рвется как бы быть вместе с Россией, они дают только нехорошие солдаты НАТО, которые, оказывается, там только в Украине воюют, нету там никаких ВСУ, да, то есть, ну, вот этот бред, это такая, ну, дикая дичь, которая абсолютно, ну, даже нам здесь понятно очень хорошо, что это не имеет никакого под собой основания, вам, для вас уж тем более, в нынешней ситуации как бы дико звучащая, но она, тем не менее, вот из всех этих российских утюгов, она по-прежнему льется, и ну, вот этот вот Balt News, который был тоже в трех странах Балтии, такой небольшой интернет-портал, и он тоже все это ретранслировал, то есть через какую-то местную призму. Эстония, кстати, достаточно долго, мне кажется, вообще терпела все это, я считаю, что я намного более радикально смотрю на эти вещи, чем эстонская полиция безопасности. Я считаю, что это не сегодня надо было делать, а надо было делать еще 8 лет назад, как минимум, когда вся эта ситуация с Крымом началась. Это уже тогда были формальные все основания выполнены для того, чтобы их вышвырнуть отсюда. Но лучше поздно, чем никогда. Я також, можливо, так співпало, але у ЗМІ теж була інформація про те, що російське збройне формування, яке називає себе «Русіч», от воно опублікувало такий заклик до тих, хто співчуває їм, до тих, хто живе в Литві, Латвії, в Естонії, повідомляти їм певну інформацію про військових цих країн для того, щоб якось вчиняти якісь, ну, напевно, терористичні акти. Наскільки це серйозна загроза і чи є вже реакція правоохоронців на це? Да, поліція безпеки вчора опублікувала по этому поводу тоже какое-то свое пресс-сообщение о том, что, ну, напомнило о том, что делиться с
представителями России и Беларуси подобной информации, даже открытой информации, даже сфотографировав условно, я не знаю, там какую-то военную машину, двигающуюся по шоссе в Эстонии, отправив эту фотографию с целью поддержать российско-белорусскую какую-то военную доктрину, это будет уголовным преступлением, очень серьезным уголовным преступлением. Есть уже несколько, причем они в течение уже нескольких лет появлялись здесь, вступившие в силу решения уголовного суда, который, где люди получили наказание за подобные вещи. Кстати, это получали наказание и граждане России, которые приезжали в Эстонию, например, учиться на некоторое время или работать здесь по временным ВНЖ. Вот они тоже занимались здесь подобной деятельностью и получали за это наказание. То есть это такая, не шпионаж, да, в чистом виде, но очень похожая деятельность. То есть это поддержка этих стран-агрессоров, она особенно сейчас, особенно в нынешней ситуации, она, конечно, вызывает повышенное внимание органов безопасности, и, безусловно, они на это реагируют с средствами уголовного надзора. Будет ли какая-то особенный всплеск у местной какой-то пророссийской пятой колонны здесь фотографировать военные объекты, может быть, сейчас на фоне размещения НАТО здесь хаймерсов и прочих очень такого нового и современного оружия, которое сейчас вот на этой неделе буквально в Эстонии в больших количествах тоже снова здесь появилось. Я не знаю, может быть, это как-то связано с этим, может быть, это какая-то попытка показать и отправить, НАТО сигнал, что вот вы сюда оружие размещаете в Эстонии, а помните, что у нас здесь очень большая русская пятая колонна, которая в случае чего очень нам в этом смысле поможет. Нет, не поможет, не настолько она большая, как мне кажется, но... Я расцениваю просто як таку неудачну провокацію. От ви згадали ці хаймерси, так, у ЗМІ назвали, що це от найбільша, здається, така угода оборонна. Естонія закуповує хаймерси на 200 мільйонів чи мільярдів, поправте мене, я просто не пам'ятаю. І от це все означає, що Естонія готується до оборони і розглядає от як реальну і навіть більш гостру можливість Росії розв'язати агресію. Да, и это тоже не сегодня, и даже не после 24 февраля мы пришли к этому выводу. Мы постоянно здесь всегда исходили в концепции государственной обороны из того, что Россия может на нас напасть, и уровень этой угрозы достаточно высокий. Потому что то, что Россия на кого-нибудь собирается напасть с тем, чтобы нынешнюю картину мира каким-то образом здесь исправить и соотношение сил в Европе изменить, это было всем достаточно очевидно, и что Эстония, что Латвия, что Литва, все понимали, что такая возможность есть. В принципе, сейчас это понимают все, даже те, кто до этого опасности то для себя высокой не считал, например, Финляндия и Швеция, которые вступили в НАТО, понятно, конечно, для всех стран НАТО, понятно, что в случае прямого боестолкновения с Россией, и стран НАТО, те, кто окажутся на первой линии обороны, это будут, собственно, страны Балтии, потому что у нас сухопутная граница с Россией. Поэтому, конечно, мы вынуждены тратить сейчас очень-очень много средств на вооружение. У нас здесь очень много таких уязвимых мест, почему Россия могла бы особенно хотеть напасть именно на нас. Во-первых, потому что Эстония самое большое количество имеет здесь украинских беженцев на душу населения.
нас 4% населения сейчас – это украинские военные беженцы. Ни в одной другой стране мира, конечно, в абсолютных цифрах, там где-нибудь в Польше, больше, конечно, значительно, да, но у нас просто каждый четвертый, простите, пожалуйста, каждый 25-й, да, то есть 4% жителей Эстонии – это украинские беженцы. То есть это тоже такая дополнительная эмоциональная причина, по которой они нас сильно ненавидят. Но не единственная, разумеется. Для того, чтобы у них даже мысли не было нападать, то вот эти хаймерсы сейчас в Эстонии тоже появились, и они находятся в городе Тапа, в середине Эстонии. И как бы радиус поражения хаймерса 500 километров, а Санкт-Петербург находится от Тапа в 300 километрах. Поэтому это такое предупреждение. Сподіваюся, його чують у Кремлі. Зараз Європейський Союз готує 9-й пакет санкцій, і, здається, він стосуватиметься фінансових структур, телеканалів там теж. Санкції повинні, як кажуть всі, зупинити воєнну машину Путіна. Але от разом з тим, і за цей час війни Росія стала однією з найпідсанкційніших країн, навіть обійшовши Іран. І незважаючи навіть на це, ракети, які прилетіли минулого місяця, навіть минулого тижня по українських містах, вони були вже виготовлені в умовах оцих накладених санкцій. Як ви думаєте, чому це вдалося? Санкції не працювали, чи вони вже здулися? І що має бути в 9-му пакеті, щоб ці санкції були ефективними? У нас сейчас очень большая проблема с санкциями в Европейском Союзе и с оказанием дополнительной помощи Украине, потому что есть такая замечательная страна Венгрия, которая это все блокирует. Последнее решение правительства Орбана было о том, что они заблокировали пакет санкций. До этого за 2 дня они заблокировали пакет помощи Украине, потому что вот они как раз вот это такие последние путин-ферштейры, которые остались еще в Европейском Союзе. Это вот этот режим Орбана, они всячески всеми силами пытаются вот это европейское единство здесь каким-то образом расшатать, с тем, чтобы создать для путинского режима еще возможность для маневра. Не зря Путин вкладывал столько лет и продолжает вкладывать деньги вот в поддержание этого лояльного для себя в Венгрии режима. С этим будет тяжело, учитывая, что у нас здесь все-таки про верховенство права, про этот единогласный принцип принятия решений и так далее. Европейский Союз, он действует так. И нам необходимо будет применять очень большие дипломатические усилия для того, чтобы эту ситуацию переломить или каким-то образом преодолеть другими механизмами это поведение, поведение Республики Венгрия. Посмотрим, что из этого выйдет, потому что каждый день, конечно, промедление этих санкций, промедление в оказании помощи Украине, это все расплачиваемся все за это человеческими жизнями, жизнями украинцев, которые страдают от военной агрессии России. Это на самом деле все очень драматично. Это не просто за кофе где-то в Брюсселе решать вопросы какого-то такого очень не имеющего к действительности отношения. Все это связано с реальными человеческими жизнями. К сожалению, да, ситуация сейчас такова, что лояльные Путину силы, они есть и в Европейском Союзе, с этим очень сложно справиться. Воевать надо, да, на всех фронтах. У нас ще досить гучно обговорювали заяви президента Франції Макрона про якісь там гарантії для Росії. Ну і як ці заяви його сприймають в Таліні, так? І естонський прем'єр, наскільки я пам'ятаю, Кая Калас, вона сказала, що зараз не варто думати взагалі про Росію. Треба, щоб союзники робили максимум для того, щоб Росія програла в Україні. Тоже полностью согласен с нашим премьер-министром, конечно, но нашему премьер-министру чуть легче, возможно, говорить, нежели Эммануэлю Макрону, потому что ее избиратели в большей части как раз придерживаются того мнения, которое она и высказала, а избиратели Макрона, может быть, смотрят, ой, а что там будет вообще в России, после этой войны, как это все закончится, на каких условиях, что там, не будет ли там какой-то еще большей какой-то реакции в России, не будут ли там еще какие
какие-то там, ну, не будет ли Суровикин каким-то следующим руководителем и прочим, может быть, мы оставим какие-то дипломатические каналы и так далее. То есть это очень популярная достаточно во многих странах Европы тоже точка зрения, и в Италии, и во Франции, и в Германии, возможно, и в принципе, и в других странах. Поэтому Макрон, здесь его риторика, она такая довольно, как бы оставляющая пространство для толкований, в отличие от очень жесткой, конкретной риторики лидеров стран Балтии, Польши и даже уже Скандинавии. То есть премьер-министр Финляндии тоже высказывается. Никогда такого не было, чтобы вот Финляндия высказывалась так, так ясно и недвусмысленно в отношении России, как высказывается она сейчас. Поэтому здесь ситуация очень сильно изменилась. Но во Франции это все, возможно, не совсем так. С другой стороны, какие военные гарантии дать России? Сказать, что вооруженные силы Украины как бы обязуются не, если будут выведены войска с территории Украины, обязуются не брать Москву? Ну, может быть, можно дать такую, например, военную гарантию режиму Путина. И заодно, если они еще, я бы в качестве дополнительного условия ввел, чтобы они отдали ядерное оружие. Пане Євгене, я дуже вам вдячна за цю розмову і за все, що ви сказали в нашому ефірі. Євген Криштафович, керівник громадської організації «Відкрита Республіка» з Естонії, був з нами на прямому зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.